Добрый день. Ну вот он и кончился. Год 2020, год испытаний. Год, когда очень много новичков, это слово употребляется у нас иногда с каким-то пренебрежительным оттенком, хотя это довольно глупо, очень много новичков вполне естественно пришли в мир частных инвестиций. И если они пришли с апреля, то это вызывает определенную эйфорию. Год, когда у старичков еще более отполировался опыт, потому что вот прохождение тех испытаний, которые мы видели в этом году, это вообще-то очень хорошая история. Это размышление не из серии, что когда ты потерпел какую-то неудачу в чем-либо, ты говоришь, ну зато опыт. Нет, как известно, в общем, умные обычно учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Но я думаю, что все-таки инвесторов и трейдеров это не очень касается, и здесь нужно именно попробовать все на пальцах, в том числе и ошибки, и учиться исключительно на своих. Этот год дал много уроков, этот год поставил много вопросов, этот год вызвал много эмоций. И сегодня я рискну все-таки предложить пройтись вот по этим трем пунктам. Итак, это год уроков. Уроки, правда, вещь такая очень своеобразная, они не всем подходят. Они усваиваются теми, кто, во-первых, способен их усвоить для самих себя, если это такой самоурок. А если это урок со стороны, то теми, кто изначально не стоит в какой-то эмоциональной позе. Поэтому с уроками, конечно, есть проблема. Некоторым из частных инвесторов никакие уроки этого года попросту не подойдут. Да гранату у него не той системы. При этом уроки каждый свои. О них мы говорили и еще обязательно будем говорить в новом году, в том числе и в форматах прямых эфиров. Кстати, огромное спасибо всем нашим зрителям за участие в этих эфирах, потому что ваши вопросы и ваши комментарии делают разговор более точным, более сводят его на те рельсы, которые именно нужны. А сегодня я остановлюсь только на уроках, которые извлек Уоррен Баффет. На эту тему у нас есть небольшой обзор на сайте Финверсия. Итак, три главных урока, извлеченных из портфолио Баффета в 2020 году. Урок первый. Не стоит идти на дно вместе со всем кораблем. И если некая отрасль или сектор вступают в тяжелые времена, то логично полностью выйти и перейти в другие секторы рынка. И фонд Баффета, Berkshire, сделал это минувшей весной, когда, например, продавал все акции авиакомпании. Правда, это вызвало вслед за продажей и своеобразное прочтение, что, мол, входить в акции авиакомпании – это полная глупость. Нет, конечно. Для меня, например, лично этот урок не очень подходит при моей широчайшей диверсификации портфеля, но, на мой взгляд, да, вот история придумать себе, и в том числе и на новый 21 год, историю про то, что вот этот сектор обязательно будет локомотивом, и упорно стоять, я думаю, это неправильно. Поэтому урок не лишний. Хотя, повторюсь, мне кажется, ну, кажется, по крайней мере, меня это не касается. Урок номер два. Не набирайте лишний вес в одном секторе. Вот здесь я полностью подписываюсь, и опять же, сошлюсь на беспрестанно повторяемую мысль мою о максимальной диверсификации. За эту диверсификацию меня много раз ругали в этом году, ругали на нашем канале, ругали на других каналах, где я имел неосторожность поделиться просто рассказом о своих портфелях, но, видимо, это воспринимается как претензия на истине в последней инстанции. Мол, это непрофессионально иметь столько акций. Я, правда, не понимаю. Вот это примерно как, а у вас сколько квартир? А у 5, а у вас сколько квартир? А я 50 квартир. Ой, это так непрофессионально. Или у меня 2 автомобиля, а у вас 12 автомобилей. Это так непрофессионально. Почему непрофессионально быть совладельцем 80 компаний и профессионально, в кавычках, конечно, быть совладельцем, например, 7 компаний? Я это, конечно, понять не могу. Но так или иначе, на мой взгляд, именно диверсификация позволяет не набирать лишний вес в одном секторе. То есть этот второй урок немножко перекликается с первым, но мне кажется, он очень актуален и на 2021 год.
И, наконец, урок номер три. Может, я поэтому и обращаю внимание на этот обзор, потому что он мне как бальзам на душу. Вот из серии приятно же, что, наконец, Уоррен Баффет тоже согласен со мной. Ну, или я с Баффетом. Ну, мне кажется, все-таки Баффет со мной, потому что я раньше об этом говорил. А звучит он так. Есть еще акции классической стоимости. И вот тут это возвращает нас ко многим эфирам, когда тебя спрашивают о чем-то инновационном. И мне кажется, что это попытка опять найти вот этот самый Грааль, найти что-то новое, что куда-то тебя унесет. А я упорно и нудно долдоню про то, что вот Макдональдс, вот Боинг, вот Катерпиллер, вот Джонсон и Джонсон, ну и так далее, и так далее. Я понимаю, что, опять же, у каждого свой урок, и никто не обязан подписываться под мою идеологию. Но я все-таки призываю очень многих частных инвесторов присмотреться к акциям классической стоимости или, переводя на еще более простой язык, присмотреться к давним, очень известным, присутствующим в нашей реальной жизни эмитентам. И в качестве очередной иллюстрации я бы хотел показать вот несколько позиций по классическим как раз-таки эмитентам, от которых, казалось бы, уже не стоит ждать каких-то инновационных прорывов. Что они мне дали в этом году? Примеры из этого ряда. Например, FedEx, старая добрая теннессийская почта, 140 слишком процентов прибыли. Пума, казалось бы, вот такой зверек-то прыгучий, но куда уже ему прыгать? Пума и пума, кроссовки и кроссовки. Но, тем не менее, 106% прибыли. Walt Disney, о котором я с огромным удовольствием говорил во многих блогах, около 90% прибыли. И таких примеров на самом деле еще много. Сюда может входить и тот же самый Peugeot, одна из основных ставок в моем портфеле, который дает около 70% прибыли. И даже банальная франкфуртская биржа с ее 20% прибыли. И тот же Starbucks, я правда не знаю, это можно к классике отнести, с почти 20% прибыли. И даже не к ночи будет при детях и беременных женщинах помянутый Филипп Моррис с его 13% прибыли. То есть все-таки, даже если вы не согласны со мной полностью, обратите внимание на классические акции старых добрых эмитентов. Поверьте, вы не пожалеете. Вслед за уроками 2020 год поставил перед нами кучу вопросов. Но у нас есть вопросы, на которые нужны ответы. И некоторые из этих вопросов я попытался, ну, в силу своего, так сказать, понимания, а что актуально, что не актуально, вот сконцентрировать и записать для себя. Представим себе, что вот есть некий инвестор, не профессионал, он совершенно не хочет быть профессионалом. Ему и так интересно жить, но он хочет активно инвестировать и так или иначе в этом инфошуме, в хорошем смысле, в инфопотоке, назовем даже так, чтобы не ругаться, который сопровождает биржевое дело, звучат эти вопросы. А биржа неясности не терпит. Что же это за вопросы? Это тот самый вопрос, которым меня упрекают. Сколько эмитентов правильно иметь в портфеле и сколько неправильно? С какими инструментами можно работать, с какими нельзя? Вот этот вечный спор между дивидендными стратегиями и спекуляциями. В чем его суть? Можно ли обогнать индекс? Меня как-то на одном канале, где я опять же имел неосторожность выступить, и, честно говоря, в будущем году боюсь, что редко буду гостем чужих каналов, говорили, ну как же так, ну вот вы тут что-то там рассказываете, ну вы же не можете обогнать индекс. Или наоборот, вы можете обогнать индекс, значит вы гений. Вот об этом самом обгоне индекса. А об индикаторе PE, который упоминают и к месту, и не к месту. Об инсайде, который надо необходимо найти обязательно, чтобы успешно работать на бирже. О том, как, собственно, рассчитывать свою доходность. На эти вопросы мы не будем отвечать сейчас, потому что здесь без вашей помощи просто не обойтись. И я думаю, что в ближайшее время, пока у нас стоит такой статус, дата уточняется, в самое ближайшее время мы устроим специально прямой эфир, чтобы поговорить об этих моментах. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Наверняка вы уже задумывались о формировании своего инвестиционного портфеля. А может быть, уже управляете им. В любом случае, вы уже знаете, что для того, чтобы портфель оказался прибыльным, необходимо тщательно выбирать инструменты инвестирования. А чтобы покупка оказалась правильной, придется разбираться в финансовых документах, графиках и формулах. Специально для помощи в решении этих сложных задач создан сервис RIDE. Робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране, выберет и порекомендует лучшие из них. С 2016 года RIDE помогает тысячам инвесторов и делает это успешно и законно.
Акции каких компаний могут быть в вашем инвестиционном портфеле? Узнайте на rg.ht. Сервис бесплатный. Ссылка на сервис Right в описании под видео. И, наконец, 2020 год породил множество эмоций. И вот здесь очень важный момент, что лично меня чудовищно огорчает, то что очень значимая часть этих эмоций – эмоции недобрые, эмоции злые. Между тем, мне кажется, что для инвесторов, для людей, которые претендуют на аналитику, для людей, которые претендуют на то, что вот они открывают некие информационные каналы для этих самых инвесторов, очень важна эмоция позитивная. Ну, по одной, в общем-то, простой причине. Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Меня в Орджоникидзе ждут. Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно. Очень много эмоций связано с одной такой конкретной историей, которая длится, в общем-то, с весны. Опять же, напомню то, о чем мы говорили. Условно говоря, Tesla – это пузырь. На рынке ринулись молодые и глупые, и вот они вот делают не то, мы вообще ничего не понимаем, и мы, профессионалы, смотрим на них со скепсисом, с презрением и с некой такой линцой. Далее наступает осень и идет тема. Непонятно, что творится на рынке, но это вообще не профессионально. Ну да, вот победили вот эти молодые глупые быки. И совсем недавно забавная ситуация, вот даже заголовок с мероприятия, которое, конечно же, собрало профессионалов, а не молодых и глупов. Рынки адаптировались быстрее, чем мы ожидали. И вот здесь хочется от своего имени, а я все-таки отношу себя к профессионалам. Кстати, вот в этом месте можно написать ха-ха, там в комментариях внизу. От своего имени добавить одну штуку. Не мы, а вы. Так или иначе, но сегодня вот эти самые профессионалы, квазипрофессионалы, суперпрофессионалы, псевдопрофессионалы, так или иначе брызгают презрительной слюной в адрес молодых и глупых и говорят: да, ваш бычий подход победил, но это а. непрофессионально, вы все равно ничего не понимаете, вы дураки, и вот мы вам еще покажем, или рынок вам еще покажет. Tesla еще рухнет, второе дно, конечно же, начнется, и так далее, и так далее. Ну, что тут сказать? Остается только по принципу действовать, то ли собака лает, караван идет, то ли Аваська слушает, доест. Ну, кому что больше нравится. Кстати, упоминанием слова «собаки» мы не хотели оскорбить ни самих собак, ни в коем случае вот этих профессионалов рынка. Но мне кажется, уже стоит забыть про ссылки, что якобы в бычьей позиции в этом году могли стоять только молодые и глупые. Старая ты сволочь. Можно подумать, что он сволочь молодая. Вот так галопом по Европам я сегодня, честно говоря, очень устал. У нас такой декабрь был насыщенный, поэтому хочется быть максимально лапидарным. Прошелся по трем моментам. По урокам, по вопросам и по эмоциям. Впрочем, по эмоциям мы еще вернемся, а сейчас спустимся на землю и пора уже подводить годовые итоги моего портфеля. Итак, наш портфель Finversia Invest более консервативный, состоящий только из акций, никаких практически работ с фьючерсами. Открыт был в середине февраля. Несмотря на то, что мне не удалось предсказать вирусный кризис, а когда он начался, я никак не ожидал его объема, тем не менее портфель оказался очень умный, я молодец. Единственная печалька, что очень многие, слава богу, они на связи, очень многие инвесторы по итогам вебинара февральского сформировали портфель, а сам я, конечно же, собственный вебинар не послушал. Был бы, наверное, куда в большей прибыли. Но так или иначе, вот этот портфель Finversia Invest показал за год 47,1%. Это, на мой взгляд, великолепный результат для этого года в долларах. Я собой горжусь, еще больше Finversia Invest. И напомню, что начиная с сентября этого года мы вывели этот же портфель на две площадки, где можно его копировать. Это площадка Common группы компаний Finam и площадка eToro. Там сейчас эти портфели дают прибыль где-то до 20%, потому что, напомню, включились только в сентябре. Но мы рассчитываем в 2021 году
продолжить столь же успешно. Что касается моего личного портфеля, то тут, конечно, результаты несколько другие. На площадке Forex Finam, где находится очень незначительная часть моего портфеля, там, в общем, долгие позиции. Позиции, кстати, не очень удачные, поэтому формальная прибыль на этой площадке годовая 31,2%, но реально сегодня я стою там в минусовой позиции по доллару, но рассчитываю на выправление индекса доллара. Конкретно моя позиция там – это доллар против швейцарского франка. Мой самый драматичный портфель на площадке eToro, который оказался в чудовищном провале в первом квартале, и провал составлял на пике 61% от портфеля, все-таки удалось выровнять и даже вывести прибыль. Вот этот портфель сегодня дает прибыль 13,8%. Так что, если помните, где-то в марте мы делали такой опрос, что вы думаете о портфеле Яна Арта. И вот были варианты: придет к полному дефолту, останется с большим убытком, уменьшит к концу года размер убытка, закончит год с прибылью и даст в 2020 году 100% прибыли. Кстати, большое спасибо тем 8%, которые настолько поверили в мои возможности, но, к сожалению, не сбылось. Сбылась позиция «закончит год с прибылью» 24%. Я, кстати, сам голосовал все-таки за пятую позицию. Ну, извините, наглость, второе счастье. Что касается итогов рынка, то мы видим, что индекс Standard Poor's, это к вопросу об обгоне индекса, вырос за этот год от 3250 до 3700 пунктов. Так что да, в этом году лично я индексу проиграл, а портфель Finversia Invest индекс обыграл, что, впрочем, меня, честно говоря, не очень-то и заботит. А теперь вернемся к эмоциям. Я уже как-то говорил, мне кажется, что сегодня в инвестиционном сообществе, условном сообществе, наступил не сегодня даже, давно, сегодня усилился такой момент, который у Анджея Сапковского называется как час презрения, час белой пурги, час волка. И мы живем сегодня в каком-то, мало того, что не всегда качественном потоке информации, мыслей и эмоций, а еще в чрезвычайно грязном, как будто канализации. Нам постоянно говорят про циничный режим власти, неважно, российский, американский, чей-то другим. Нам говорят, что успешными могут быть только блатные бизнесы, а на бирже нужен инсайд, и все работают от инсайда. Вокруг умирают от коронавируса люди, но до сих пор куча людей считает, что это все фейк, пропаганда и вообще какая-то ерунда. Мы рассуждаем о вирусе, кто в нем виноват, вместо того, что лечиться, ищем виновного. И говорим о том, что вакцинация – это зло, вообще печать дьявола, и приведет к всеобщей чипизации. Мы видим обнищание в своей стране. Мы видим обнищание в мире, о котором говорил в своем докладе, кстати, Международный валютный фонд. Мы слышим эти безумные речи политиков, совершенно неважно, из какой они страны. Мы видим злобу в соцсетях. Разгул толерантности, в которой мы, по-моему, уже не знаем, кто мы, что мы, что мы можем сказать. То есть, несмотря на эту злобу, мы при этом сделали кучу тем, вообще зоной, до которой нельзя дотронуться. Ну, легенды про то, что скоро искусственный интеллект всех покорит. Причем легенды, я говорю, без презрения, такие опасности тоже есть. И вот недавно я наткнулся совершенно случайно на высказывание какого-то топ-менеджера, какой-то российской IT-компании, на какой-то конференции, посвященной вот этой цифровизации и искусственному интеллекту, и вот всему этому, где он высказался в том смысле, что в цифровой эпохе мораль не нужна, и поэтому мораль умирает. Вызвало у меня это ощущение мерзкое, потому что, ну, во-первых, сколько раз эту мораль убивали? В 40-м году, наверное, только редкие люди типа Андре Моруа или Стефана Цвейга считали, что мораль переживет то, что происходит. Мораль эту убивали в 91-м вместе с Советским Союзом и его, пусть не всех устраивающей моралью. Мораль эту убивали в 17-м. И вот теперь мораль убивают, потому что кто-то там сделал искусственный интеллект и научился обрабатывать большие данные. Это, конечно, замечательная позиция, но мне именно в день Рождества, когда мы записываем этот блог, мне как-то кажется, что мораль умудряется сохраниться даже вот в блеске шариков на наших елках. Поэтому умирает она или нет, и если свет в конце того тоннеля, в котором мы прожили 2020 год, решать, в общем, каждому из нас.
Я думаю, что если пойти по, в том числе и в инвестициях, по дороге, в которой нет ни света, ничего хорошего, ни морали, то это будет дорога без надежды и без веры. И жизнь без надежды и веры. А лично я к этому не готов. А инвестиции – это тоже всего лишь дорога. Ну и, как известно из старого советского фильма, а зачем вообще нужна дорога, если она не ведет к храму? Какой храм может быть в результате инвестиций? А вот это тоже решать нам. Я думаю, что, как ни странно, вот эти презренные деньги, погоня за презренным металлом, тоже может быть своего рода своим небольшим маленьким храмом. Мы уже говорили о том, мы инвестируем не из жадности и не из-за любви к денег. Мы инвестируем, чтобы обеспечить право на ту работу, которой мы хотим заниматься. Мы инвестируем, чтобы сделать свою жизнь, жизнь своих близких комфортнее и уютнее. Мы инвестируем, чтобы получить возможность реализовать наши проекты, наши задумки, наши мечты. Мы инвестируем для того, чтобы получить независимость, в том числе и от всей вот этой грязи, которая сопровождает, к сожалению, сегодняшняя наша жизнь. Так что даже в инвестициях можно на что-то опираться. На что мы опираемся, Сэм? На то, что в мире есть добро, мистер Фродо. И за него стоит бороться. Ну а так как мы инвесторский блок, то я перефразирую последнюю фразу. В мире есть добро, и в него тоже стоит инвестировать. С Рождеством и с наступающим Новым годом, на который мы... В любом случае, опять будем возлагать надежду, что он будет лучше предыдущего. Что все плохое, злое, мелкое в нашей жизни, будь то просто наша бытовая жизнь, биржа, экономика, социум, все обиды и все неудачи останутся в старом. А в Новый год мы возьмем только свет и тепло наших домов и наших сердец. Мы с вами отлично знаем, что так никогда не получается. Но мы же все равно всегда надеемся на это. Так давайте не изменять этой наивной, детской, молодой, глупой, но вечной традиции. С Рождеством и с Новым годом. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что это не настоящие инвестиции. Они отстаивают свои лозунги, получая за это зарплату. Мы получаем прибыль только когда проверяем свои убеждения рынком. Они дают прогнозы, ничем не рискуя. Мы отвечаем на деле за каждое свое слово. Они зависят от своих хозяев. Мы сами становимся хозяевами своей жизни. Мы добиваемся своего, зарабатывая своим умом, наблюдая мир и понимая законы движения на мировых финансовых рынках. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время как вы боитесь неудач, мы учимся на своих ошибках. Поднимаемся после падений и покоряем новые вершины. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. И мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Точный расчет и холодный разум – наши спутники. Мы те, кем вы можете стать. Мы – трейдеры.